Это другие вроде, да? Мне кажется, бля, я слышу, как кто-то ест булочку. Я не ем. Она сама. Нет, но я отчетливо слышала что-то. Это либо звук поедания булочки, либо, ну, звук подготовки турели. Кавкаешь квасом? Да. В брикетиках, как пастила. Нет. Это кто? Ага. Сомбра. Сзади у нас. Ты куда уходил? Главный фланкующий киллер вселенной. Да. Я знаю, что это ты, кто еще у нас такой классный гейм. Да мы... Минус Сомбра. Если бы я могла, я бы тебя погладила. Бля, помогите! Сомбра резнул, я обезьян зато убил. Там точку пошел. Там не пройдет. Может, помоги как убить? Ай, бля, больно. Нет. За мной гонится кто-то. Сучья падает. Вези меня! Быстрее! Бригитта! Отлично. Можно хила, пожалуйста? Бригитта минус. Нет, нет, нет. Блин, вот это обезьяна. Давайте тебя ясно, господи. О, мерси убили хотя бы. Или не мерси? Нет, а, она ультанула. Не ультай. Жду Нину тогда. Давайте на точку, блин. 15%. Мы тут. Не взломали, нет, нет. О, хороший ульта, хорош. Но она мне не поможет. Блин, сука, еще и турели. Обезьяна турели, прям комбо. Но мы уже договорились. Да. Ты опять все прослушал? Ну, я понял. Там еще, мы не все собрались. Куда вы пошли? Я еще не умер, я тут и была. Лох! Ой, пью. У нас есть хил? Блять, турели тебя достали нахуй. А у нас один хил. У нас еще и там. Идем, идем, идем. Сам я мерся шипанутый. Бля. Готовности.
Ладно, я взял минус. Нерся минус. Я беру хила. Импосибуру. У меня есть ульта, стена. Я вывалилась из телепорта. Дива, Дива, Дива! Топите ее. Нас может ими турели перебить? Блин, прям? Не знаю, Мерсель не умерла, да? Ладно. Летаешь. Надо забирать. Отлично. Хорош. Почему? Ты должен тачку катить, потому что ты самый подвижный, а Мерсен нужна паре. У нас справа макака. Где он? Покри меня убил. По мейну. Да где ты? Подпрыгивать. Я тут. Я про Диву. Откуда я знаю, к кому ты обращаешься? Молодой человек. Не хватит. На, нахуй. Нихуя себе, вообще, ниндзя. Подлетел, дал в лицо. Лох. Конца сзади. На тачке никого, кроме Макри. Кроме Макри. Да. Меня убили. Мерси. На тачке никого нет, никто не катит. Там Макри. Я очень мало, вы очень мало хп. Он умер уже. Меня добила пара. Блин, опять лоу пара. Ее захилили уже. Дерьмо. Пара, не уходи без меня, подожди моего резца. Спасибо. Это упало. Сейчас, подожди, я снегу резну. Погнали. Спасибо. Так, на 3 минус. Попал. Давайте его распилим, да. Добьёшь? Да ладно. Добили, добили. Господи, чё так осыпь? А, вот, нормально. Эй! Хорош. Не.
game. Не та ульта, которой я бы гордился. Нормальная ульта. Я просто Диву не увидел. Она прыгала. Не очень удачно. Я считаю, Мерси убил, что нормальная ульта. Блять, у нас уже 3 дня подряд, или сколько, или больше, делают какую-то хуету. Ты не закончил? Дороги у нас меняют, прям под окном. Они, ну считай, что вот у тебя сосед с перфоратором, который сверлит, только он начинает сверлить вот сейчас, сколько сейчас, полночь, и до 8 утра. Жесть. Но вы же подали жалобу в активном гражданине. Конечно, нет. А какая? Это как бы распоряжение администрации. Что ты сделал? Они будут днем, когда машина ездит, чинить? Да. Я здесь говорю, человек, который ездит на машине, они делают это в том числе и днем. Человек, который ездит на машине, когда ты нас куда-нибудь покатаешь? Куда вас покатать? Ну, типа в Коломну за пастилой, например. В Ашан. Ну, только в августе уже. В Ашан за полотенцем, помашь. Пожалуйста. В Икею могу сводить, чтобы мои тельки поеду. Я думаю, вас... Да, и... я хочу в Икею тефтельки. Тефтельки — это божественно. Там торт это очень надо... крутой, миндальный. Будни ехать. Нет, торт миндальный у них испортился. Они уже, по-моему, погода другой торт, короче, кладут. Уже не тот. Они кладут дайме обычный, который можно в супермаркете купить. Миндальный торт. Раньше у них, короче, был миндальный торт, который сверху шоколад, и под шоколадом как будто тонкая слойка маршмеллоу. Тот, который сейчас, тоже ничего. Он все равно в обычном супермаркете стоит как чугунный мост. Это да. Но он и там стоит только чугунный мусс. Там, короче, кстати, из магазина, который с едой половину еды убрали, и алкоголь. Почти весь. И вот. И зато сосисочки. Сосисочки! Тефтелечки с брусничным соусом. Сосисочки за 15 рублей, которые... 25 уже! Ты вообще когда в Икее последний раз был? Не знаю, 3 месяца назад. Но я не кушал давно. 15 рублей. Ну, я помню, что они дешевые очень. 25 с газированной водичкой, 50 комбо. Понятно, получается. Но видишь, ты знаешь лучше гораздо. Может, ты врешь, ты нихуя не жирный, потому что жирные люди знают, что я жирный. Стоит. Я не знаю, не смотрю, когда покупаю. Я просто вижу какую-то вкусность. Смотрю и ем. Да, да, да. А, кстати, я в Азбуке нашел арбузы за 2000, охуевшие вообще. Ну, те, которые квадратные, или квадратные по 5? Не, из Таиланда, которые маленькие, вытянутые, но тяжелые довольно. Просто хотел арбуз. То есть ты подержал их в руках все-таки? Конечно. Я захотел арбуз. Ну, я в Азбуке всегда покупаю, потому что там вкусные, но, блин, а там нормальных не было, обычных. Были только такие. Что-то меня жаба задушила, вдруг он невкусный окажется, поэтому не стал покупать. В перекрестке продаются тоже какие-то странные ананасы по 800 рублей штука. Типа, что? Что? 800? Нет, спасибо. Я сегодня купила стакан в этом Спар. Там же продаются стаканы с фруктами. Ну, нарезанные и чистые фрукты.
А у вас рядом спар есть? Да. Завидую. Да. Прям но завидую. Он... Прям потею и завидую. Но он не настолько рядом, чтобы мы часто туда ходили. Мы все-таки ходим в пятерочку, которая в 3 минутах. А до спара нужно до метро идти. Привет! Я купила там еще шашлычок. Овощей вкуснючек. Таких. Ну, огурцы, помидорчики. Готовых? А. Нет, нет, свежих. И лепешку из тандыра 2 штуки. О, у нас Люсю пытается дать прорваться. О, хорош. Блин, Макс вообще. Это они... Метра сзади проходит, она телепорт поставила. Они что, все что-то сзади идут? Я останусь смотреть на центр, медитирую. Метр сдох. Бля, там у Макса сейчас самый вообще самый приятный момент, мне кажется. Идеальное место, чтобы выбрасывать людей. Я не забежал. Он проходит через центр сбоку. Наверх пошел. На точке я его. Я его потерял. Бля, он лоу. Бля, сомбра на топе, где я стоял. Блин, сзади кто-то стреляет еще к тому же. А, Люсёк. Бля, тут еще этот, пиздюк. Оп, телепорт. Лицок все живой. Солдат на топе. Лисёк побежает сзади, бежит. Вокруг две точки. Да-да. Сомбра на большой хилке. По мейну. И... Прыжи-то. Блять, я не... Чё? Тут сол. Я с ним не справлюсь. Не лутайся. Бегу. Макс, уходи. Хилю. Крыса. Блин, то там турелька еще неприятно что стоит. Меня убили. Симметра просто ненавижу. Кажется, ее бафнут. Ханзо на точке. Ой, там говна на точке бегут. Есть кто-то, кто на базе драться может? Нет. Я еще дерусь. Все, меня убили. Ну и в Дадане там все. Не, не подойдите или нет? Мне туда нет. Не... Не-не-не, забейте. Там слишком ладно. Много турелей, ты сразу сдохнешь. Больше мне встретить, блядь. Что сделать? Встретить, блядь! Че? Най, Макс, назад, госпиталь! Сейчас игра будет. Есть кто-то там ажит? Есть, есть. Бля. Блин. Что за хуйня? Просто пиздец. Бля, надо было тебя раньше не играть. Пиздец. Надо дефить как-то. Сейчас игра в тебе. Блять, что за нахуй? Оттестите. Блин, ну как так? Ну. Пиздец просто. Меня этот ублюдок скинул с гравом, сука. Красава. Да, это круто было. Ты просто это не видел? Бля, как остальные не упали? Да. Пиздец, они что-то ворвались, я не знаю. Ну что? Не-не-не, там была пропаганда. Вот, все зарешала как раз Сомбра. Да, Сомбра, которая ультанула с командой. То событие, которое происходит раз в 100 лет. Поэтому Серега не мог граф кинуть. Да.
Arriving at watchpoint Gibraltar. А чё, получается? Можно ещё в воротах кидать флекс, я думаю. Просто я боялся, что их не надамажат туда. Думал, сейчас они типа зайдут, я граф кину. А они дошли, сука, и свои биты рубили. И ЕМП. Ой, ЕМП я не могу. Не, подожди, получается, что... У Саши тоже есть машина, и мы можем поехать в большой компании? Ваша? Да, у меня есть машина. Вот, мы можем поехать в большей компании. И кто-то может поехать с большим, скорее всего, комфортом, потому что мне кажется, что у него не Жига. А какая у тебя машина? Жига. Жига? Блин, круто. Я хочу на Жиге покататься. Я тоже хочу на Жиге. Короче, на Саниной машине едут остальные, а он едет с ней, но я помню. Нет. Нет, у меня старенький Мерседес. Да. А Жигу хочется до души на зиму бочком валить. Mm. Ай-яй-яй. Да, они злые, что ли, не пойму. Да. Я их раздербандила. Я вдову убиваю. Макс ездил с Сашей на машине. Расскажи, Макс. Макс, скажи, что я вожу идеально. А, ну это да. Ты что, таксистом работаешь? Нет. В маршрутке. Я теряюсь в Москве. Так делают. На севере особо. Ну, так он в телефон смотрит по делу. Тень, хватит хамить, у тебя никогда не будет троечки, никогда. Будет. Разминка, за что ты ему так написал? За то, что он то дружелюбный, то не дружелюбный, а потом, сука, замораживает тебя и убивает. И что? Ну и что, я не люблю таких платьев, сам что. Все так бывает, предельно платье. Но ты же любишь тех самых, которых ты написал. Ну это не такая шлюха, это как пидоры и геи. Сложно! Как сложно быть мужчиной, господи. Да уж. Платьишки нельзя носить. Ногти нельзя. Я кушать хочу. Ты только что ел квас. Да, ты только что ел. Я еще хочу. Почему? Тебя ограничивает только твое сознание. Что, ты что, по тактике хочешь играть? А вы можете мне сказать, сейчас в Москве жарко или я сломалась просто? Очень душно. А, хорошо, окей. По-моему, на улице нравится вообще. Один. Не, я сижу потный, я не знаю почему. Я просто могла сходить солнечный удар лицо. Дождь еще хуже. Ой, а можно я буду Рейном въезжать всем в лицо и умирать? Можно? Да, давай. Почему, кстати, Тень на меня, не, по-моему, ни разу не ругался? Что за дела? Извини. Ты играешь лучше, чем он. Ты недостаточно близкий человек просто. А, ну это да, да. Бля, там говно симметровское. Осторожно, не выходи, Анечка. У них есть негр, жирнич слева. Ой, обезьяна, ну нахер. Жирный спит. Хамзо.
На шар. Твою мать, больно как. Жирный под банкой и лоу. Блин, Рейн не спас. Спасибо, Макс. Чтобы тень для меня орал. Рок, спасибо, книга. Нужно съездить за пустилой колонной. Извини, я перепутал. Симметра справа в доме. Блин, хромцов бегаешь. Я силю тебя. Спасибо. Ножик без меня не сдавай, хочу бомбить. Ягод? Да. Макс, ты почему умер? А где турель? Макс умер. Зачем сразу будет обезьяна, расскажите мне. Сорян, это я случайно. Просто она меня убила в итоге. Да, я не ждал, что её слепой. Так, я сейчас срез приду, ваше спокойно. А, ты копи, копи, давай! А, блин, ты, ну, репорт хистер. Рок, ты репорт? Море, телепорт, как репорт. Надо убивать. Убил. На меня, на меня. Ух ты, попала. Не будите! Бля. Турель! Не можешь контролировать. Не пытайся. Похуй, похуй. Нет, турель же фигачит сама по себе. Я уже... Почему броня не берется, когда ты под, под банкой? Это я глупо. Бастион там. Как работает? Я бастион. Я пойду сзади ультану. А, меня ханжа убил. Давай, вот пусть сзади, давай, бегу, я тебя устану. Ой, хорош. Бля. Как отличный урта. Бля. Ты грубо? Слева да. Симметра. Да. Бля, нет, нет, только не симметра. Пошли, Рэй. Бля, нет, неудачно получилось. Блин, пофиксите ее нахер. Я буду сейчас слева, блин. А чё, куда мы бежим? Они все умерли, стойте. Не ходите никуда. Зачем он... Опять застряли на нашем любимом месте. Удал, когда у меня не было ульты. Не, ни хрена, нет. Возможно, возможно, это арба стоит сейчас поменять. Нас откатили. А, да? Ульта Ханзов, брат. Сейчас нас отпиздят просто. Нет, меня сейчас отпиздят. Скажите, где у них турели? Я хочу сейчас ультануть сзади вот зайти. Есть ли они вообще? Давайте зарегрупимся, плес. Мы очень долго на месте стоим уже. Нет, это была плохая идея. Я не смогу. Пацаны, никуда не лезьте, пожалуйста, пока нас не шестеро. Тут все есть, деньги. Все, разрушили щиты. Блин. Давай, Олеж! Нормально. Получилось что-нибудь? Да. Вроде выиграли, да? Бабка, бабка! Нормально, я тащу. Ханзо убил Макса. Оттащить? Ханзо. Симметра где-то, я слышу. Он по КД прям ультует, смотри какой. Да. Мне нужен дальше хил, господи. Ну зачем она сейчас ультует, а... Бля. Ты меня убил, спасибо. Бля, Бастик, ой, еще 4 минуты. Бастик, спи. Бля, меня Ханзо убил. Три группы, народ. Что-то очень много смертей.
Да, подождите меня, лес. Да я вас сейчас довезу все. Ладно, спамить, не башкой не поставить. Сань. Все нормально, я не дохну. Это и... пока. Если на втором этаже. У меня в этой игре мало спортивных. Ой, они как-то хитро поставили. Ой, блядь. Тут неожиданно был. Хил сзади я. Спасибо. Макс, можешь это разваливать? Да, вижу. И хера, он на тачке стоит. Я бы зашел, если будет пуш с ультой. Слева бай протянул. Блин, оттянул. Вы тут, нет? Я тут. Или я один как дурачок? Я не пойду под турельки, мне бы пуш нужен хороший. Стань, готов? Всё. Я готов. У нас двое только. А, трое. Ты готов, нет? Да. Давай. Блин. О, заебись. Слушайте, я пока одних довожу, другие уже мертвые. Мы под втроем все время деремся. Ну, да, да, тут проблема в том, что было два грава, которые она давала просто, ну, ни под кого. Ну, Ариса, без крови. Нужен один хороший граф. А то он еще, блин, тупо пить. Да не, да. Басик справа, почти на правом. Тянь, я тебя не вижу, похилиться могу. Выйди. Выйди. Спасибо. Он за минус. Макс, тоже выйди. Наружу. Я почти... Басик по мейну. Да, я вижу. Тачку... Не можем там ходить. Четыре столба, Макс. Четыре. Бастик спит. Не трогайте его. Бля. Помогите мне бабку сопила, пожалуйста. Я тогда. Надо убивать. Минус. Поленья. Есть ульта. Где? Заря нет. Блин, никого нет. А, Сань. Я ушел. Да-да-да, сейчас нужно сграбать. Блять, Ханзу пиздец. Не в тот чай пишет. Я надеюсь, он одному только не даст. В принципе, у него хорошие были гравы в плане по количеству людей. Заря, Макс, не... видит. У нас у вас заход. Ну да. Бля, больно как. Бастик минус, давайте срочно надо атаковать. Другого. Кстати, где? Я тут. А где ульта? Давай. Давай, давай. Крап, давай. Даю. Хорош. Остался Басик. Усыпил. Тащите. Найс. Все, супер. Вот это было главное. Kill.
Неплохо, неплохо получилось в конце. Да, так и нужно было сходить. Хотя, возможно, это стечение обстоятельств, просто что он решил грамм сдать в этот же момент. Просто если бы он дал сразу хороший граф, скорее всего, мы бы и выиграли. Я знаете, что вам скажу? Если Макс не убил Бастик перед этим, перед файтом, ну то да, вообще да. бы не получилось. Угу. Тоже был решающий, да. А если бы книга не наложила на всех биты и не дала спид-буст? А если бы Нина не взяла Рейнхарда со щитом? Не, вообще мои щиты ни о чем были. Я хилил тебя плохо, сори. Я просто прихожу, короче, ты типа уже умираешь, я не успеваю в тебя выстрелить или не попадаю. Ты уже умираешь, я такой, да похуй, с респа придет. Не, я просто вылезаю как бы из бачка, и мои щиты уже в ноль. Ну, это бывает бастион. Ника, или ты на хиле будешь? Я просто не знаю, почему вы думаете, что я нормально играю в Overwatch, это не так. Я просто... No idea, что я делаю. Спасибо. Я сказала тенью спасибо, потому что я не хочу быть на танке. Вообще понятия не имею. Сказал Макс, сидящий с тетрадкой 96-листовый, уписанный все это раскладами, да, из Overwatch. Да, там написано Тор Нумбаня, оборона Тор Бьорн. Теперь он такой Нумбаня, атака Тор Бьорн тоже. Тайминг скиллов. И там такой, центре... я в стороне понимаю, что происходит. Нет, вы понимаете, что в центре этой доски там вот Торбьорн нарисован? Да. Турель. Только турель. Торп это так, постепенно. Так, мне кажется, три. Плохо ПН нахер, бейте их. О, нормально, нормально. Отхитка, спасибо. Танчика. 3 метра на точке. Снайпер. По мне работа, боже. Видно минус. Кто-то на втором этаже. Блин, я думал, на минус, лол. Ладно. Рун. Макс, где турель? Блин, сильно тебя выпилили. Да, я казал. Я сижу, я там порвел, ничего нормально. Ханзо топ слева. Я тебя бустила. Какой Ханзо? Дива, видел вправо. Дива, вернись. Бегу. Нет, других нет, других. Осторожно! Бля, меня себя трудно. Я не смогу резать там, она крышится. Да. Боже, помогите, симметр на точке. Макс, убей тварь. Макс, убей тварь. Там много людей на точке? Да. Из наш, из... не наш. Никого. Окей. Я просто несу плесо, вы кричитесь. Страшно. Ой-ой-ой. Что-то сильно пушит. Ебошь ты кого-нибудь уже. Я всех ебошу, они хилятся. Уходите. Сейчас все будет. Отвечаю. Вау.
Бля, мне нужно... Ганзомы. Есть, попал. В жопу прям. Хотел забрать мою штуку? Они через дом, кажется, идут. По моим на двое. Солдат культурой. Меня убило. Видно? Чё за хуйня? Мне надо дефить. Дива топ. Падает на точку. У нас никого нету? Блин. Я пошёл. Контейсте. Блин, ну они уже все подошли. Блин, там турели дофига. Да. Меня убили. Что? А теперь бубчик тут нормально. Давайте в лес поедем. Поехали. Блять. Макс, спрячься за танк, пожалуйста. Хоть танковать на торбе. Народ, нам надо искать помещать. Ну пока не надо, но нам надо либо кого-то убить сейчас. Пропушить, короче. Это... Мы сейчас все умрем. Да, реально. Ну да. И я даже умру. Ну что я могу сказать, у нас дамага нет. Если Торм на Нумбане не может быть проигрышной штукой. Риса была бы лучше, чем Дива. Бля, я не знаю, мне мгновенно просто разбирать нету, я одних танков не могу. Я говорю, а Риса нужна. А еще вопрос такой, где у нас хоть кто-то? Потому что меня так Шумойра убила. На резке у нас. И еще Мерсу убила. А Риса нужна, а Риса. Иди нахер. Да. Блин, надо похилить. Блин, у нас хило тут, но мне хило брать. Дива тут. Не брать хило, нет? Народ. Уже нету Дива. Уже нет. Я могу мерку закинуть и пойти поменять. Сверху, сверху. За тебя Гензи, Макс. Это Гензи. Он сейчас справа будет зайти. Там, сзади туда зайти. Посмотри, сзади. Народ. Минус за мета. Двое там сзади, да. Гензи вот тут. Козёл. Добейте, добейте, лоу хп. Долгом, стойте лучше. Стол, ты не бегает, ребят. Бля, я такой лоу вообще, пиздец. Так, что я умер. Я не знаю техник. Я понимаю, но это как... Меня убили, я вернусь тела. Ну я заметил. Почему они все время сзади? Давайте отойдем от чертовой тачки. Пусть они на ней прыгают, а мы как мишени. Макс молодец. Макс там вообще, да.
Я тела взял, я мару взял, сейчас я буду сферы хуярить. Давайте отойдем. Знаете, где вам меху набрала или нет? Нет, вот надо угол дефнуть, в любом случае, угол дефнуть. Где тачка вся стоит. Вот слишком вперед не выходите, как бы. Угол плохо дефлит, потому что мы не видим спину свою. Осторожно, вот сейчас вот надо прикать. Бля, пиздец, сзади Гензи с супой, с море, и Дива еще. Я про это и говорю, поэтому это хуёво. На конце дефлит еще предлагаешь. В конце дефлит. Ну, блин. Давай в конце, окей. Это пиздец просто. Макс скинул сферу. Ну что, у них есть шанс пойти. Дефим. Они опять сзади проходят. Конечно. Да, где? Да, сзади. Сзади есть. Убил одного. Диву, убилите капкани. Я вылетел. Бля, фара. Не фара. Комфортно. В контексте я хрен соображу. О, красиво, как все расходится. Хорош. Нормас. Упадненько так. Да, сейчас тут это будет. Что-то нереальное здесь. Там крутая утача будет. Какой-то сильный. Да. Хаммер тайм. Это сейчас были Dead Jokes? Ну, я думаю, это аллюзия на Summer Time.